полная. Люли, 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 чому ж ты не полная? Я приветствую всех на телеканале «Беларусь 4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре 7 февраля, среда. Ну а в эфире нашего телеканала продолжается марафон добрых вечеров, посвященных 80-летию Гомельской области. Ну а наш эфир открыла потрясающая артистка, у которой уже есть своя армия поклонников. Она финалистка национального телепроекта «Талент Краины». Это Мария Альхафес. Привет! Эти аплодисменты тебе. Я хочу еще напомнить, что художественный руководитель нашей замечательной артистки Инна Сорокалетова. Давайте ей тоже поаплодируем. Сколько лет ты уже на эстраде, сколько лет ты поешь? Я уже пою 5 лет, начала я с 3. Угу. У меня эстрадный вокал, я пою песни более такие веселые, ну, которых можно... Потанцевать, да, и получить хорошее настроение. Вот именно с твоего исполнения начинается у нас знакомство с прекрасным Новобелецким районом, с прекрасной Новобелицей. Вопрос к тебе как к жительнице. За что ты любишь свою Новобелицу? Расскажи. За то, что он очень красивый, и здесь живут мои родные и близкие, мои друзья, и здесь моя музыкальная школа, я здесь учусь. Я очень люблю свою Новобелицу. Ну и это район, про который стоит петь песни, правильно? Да. Эти аплодисменты тебе. Итак, друзья, в ближайший час мы с вами узнаем, чем же сегодня живет самый зеленый район нашего города, ну и познакомимся с его лучшими жителями. Не переключайтесь. В гостях у «Доброго вечера» сегодня, пожалуй, самый необычный и уникальный район Гомеля. Вот что о нем написано на официальном сайте. Это белорусский Ватикан. Ведь старожилы о нем так и говорят. Город в городе. Стоит пересечь мост через Сож, как тут же кажется, что попадаешь совершенно в другой город, в котором выглядит все немного по-иному. Коренастые домики с красивой лепниной встречают разнообразием цветов и красок. Ветвистые деревья стараются обнять прохожих своей листвой. Вот так вот красиво и романтично. Да, друзья, у нас сегодня в гостях Новобелецкий район. Ваши аплодисменты. Ну а в гости я хочу пригласить замечательных людей. Заместитель главы администрации Новобелецкого района Елена Николаевна Капа. Ваши аплодисменты.
Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. И заместитель главы администрации Новобелецкого района города Гомеля Галина Викторовна Циркунова. Здравствуйте. Вот, наконец-таки, состоялась наша с вами встреча, одним из добрых вечеров. Вы знаете, хотелось бы начать с вопроса, так какой же он сегодня, Новобелецкий район? Чем живет, о чем мечтает? Ну, мы, наверное, начнем с того, что сегодня нашу передачу начала наша юная звездочка Новобелицы с песни «Реченька». Mm-hmm. И не случайно, потому что именно река Сож огромную роль сыграла в истории Новобелицы и в дальнейшем, конечно, в развитии Новобелицкого района. В 1777 году, согласно указа о разделе Могилевской губернии, было принято решение о создании уездного центра отдельного стоящего от города Гомеля. Поэтому было принято решение в трех верстах от города Гомеля на правой стороне Сожа построить новый уездный центр. Пока шло строительство, администрация данного центра находилась в местечке Белица, который находится сегодня в 20 километров от города Гомеля. Там сегодня находится деревня Старая Белица. И когда был построен центр, то администрация вместе с названием переехала в новый центр. А так как он новый, поэтому название она получила «Новая Белица». То есть все-таки основу названия забрали с собой? Забрали с собой. Но история уже продолжается ни много ни мало 240 лет. Из маленького поселения стал уездным городом, причем со своим, имеет свой герб. Да, в 1781 году именно новому городу, Новой Белице, был пожалован герб. Это лежащая рысь на лазурном фоне, в связи с тем, что в те времена вокруг Новобелицы данного зверя было достаточно много. Угу. И поэтому этого зверя взяли за основу. И в дальнейшем, конечно, этот зверь перешел и на флаг сегодняшнего Новобелицкого района. Вернемся в наши дни, в современность. Какая же она современная Новобелица? Вот если так вот дать характеристику такую образную. Новобелица – это особенный район. Это район, где уважают славные трудовые и героические подвиги прошлых лет. Где чтут и сохраняют переданное поколением наследие. Где помнят традиции прошлого и сегодня смело внедряют новые эффективные методы, которые позволяют району уверенно смотреть в завтрашний день. Так сложилось исторически, что именно в Новобелице зарождалась первая промышленность областного центра. Галина Викторовна, здесь, наверное, я адресую вам вопрос. Как сегодня обстоят дела? Сегодня у нас на территории зарегистрировано более около 2000 индивидуальных предпринимателей, 850 субъектов хозяйствования, 11 больших промышленных предприятий. Это 8% в городских объемах производства. Это почти 9% экспорта города. Предприятия, как вы уже сказали, достаточно имеют солидный возраст. Одно из старейших предприятий – это предприятие «Гомельдрев». Но, несмотря на такой солидный возраст предприятия продолжает развиваться. Вот совершенно недавно там закончил инвестиционный проект производства плит МДФ. Значит, предприятие неоднократно своей продукцией завоевывало медали, занимала призовые места на различных республиканских и международных конкурсах. Еще одно из старейших предприятий – это «Гомель обои». Ему исполнилось 90 лет. Ух ты! Ну, а сейчас хотелось бы подойти к стендам. Вот я расскажу. Ждал, когда вы затронете вопрос про стенды, потому что с начала эфира, я думаю, уже не только мы, но и зрители обратили на них внимание. Пойдемте, пройдем и, скажем так, от слов перейдем к делу. С чего начнем? Начнем с самого молодого представленного здесь предприятия. Это я хотел сказать, самого драгоценного. И самого молодого. 45 лет в этом году. Друзья, это достойно аплодисментов самым молодым. Предприятие широко известно не только в нашей республике, но и далеко за рубежом. В прошлом году у них была замечательная выставка в Гонконге, и те люди, которые, наверное, знают толк в бриллиантах, это азиаты, угу. Они по достоинству оценили
бриллианты. Алмазы, рубины. Алмазы, рубины. Золото. Золото, да. То есть пользовалась продукция большой популярностью, и наше предприятие достойное заняло место среди тех солидных участников, которые представлял, в принципе, весь мир. «Кристалл» работает не только на женских украшениях. Это единственное предприятие в Республике Беларусь, которое выпускает государственные награды. И поэтому данное объединение почетно и солидно. И, конечно, самое прекрасное для женщины, недаром же говорят, бриллианты. Да? Лучшие друзья и девушек, безусловно. Без этого предприятия никак не обходится. И подготовка наградного материала различных конкурсов красоты. Вот который буквально недавно прошел в городе Гомеле, мисс Гомель. Вот диадему, которую получила победительница и была изготовлена на этом предприятии. Но, насколько я знаю, не только для Гомеля она была изготовлена, но и для республиканского конкурса красоты. Там тоже на красавице представлено наше предприятие, продукция нашего предприятия. А откройте секрет, если это, конечно, можно. Предстоящий конкурс «Мисс Беларусь», вот кастинги, которые проходят по всей стране. Неужели уже есть эскиз короны, который изготавливается именно на... Да, есть эскиз неповторимый, потому что такую цель преследуют все, чтобы каждая диадема была не похожа друг на друга. Ведь мисс мира определенной страны, она неповторимая, и поэтому это украшение тоже должно быть единственным. Друзья, это достойно аплодисментов тому драгоценному, что есть у нас. Спасибо вам большое. Но давайте перейдем к следующим стендам. Следующее предприятие. Без чего не обходится ни одна белорусская семья, да, скажем так. Эту продукцию знают и в России, и ценят ее, ждут ее с удовольствием. В Украине она известна. В принципе, гости, когда приезжают к нам в город, мы непременно ведем на это предприятие, чтобы они ознакомились с их ассортиментом и с удовольствием дарим им определенные сувениры от этого предприятия. Значит, хочу сказать, что, опять же, предприятию 86 лет. Оно продолжает развиваться, продолжает инвестировать в свое производство. На предприятии определен законченный цикл производства. Это от переработки семян рапса до готовой продукции, которую здесь вы сейчас перед собой видите. 86 лет. Великолепная продукция. Это то, что заслуживает бурных аплодисментов. Чем продукция могла завоевать любовь потребителей? Ведь сегодня, в 21 веке, достаточно большая конкуренция, но нет же, именно новобелецким производителям отдают предпочтение. Посмотрите слоган «Моя домашняя кухня». Все хотят иметь именно такой бренд. Ну и, конечно, бренд, наверное, качество и использование натуральных продуктов. Да, совершенно потому что верно. Сегодня здоровье семьи – это, наверное, самое главное. И если вы посмотрите, то если данную продукцию употребляют в первую очередь взрослые, то на этом стеллаже вы видите, что различные косметика, которые, конечно, используют еще и для детей. А дети – это самое дорогое, поэтому все должно быть натуральным, не приносящим различных аллергий. И поэтому предприятие идет вперед и каждый раз старается выпустить что-то новое и порадовать своего потребителя. Вот раз мы уже около стендов тех предприятий, которые располагаются на территории Новобелицы, вот есть такое модное понятие – промышленный туризм. Для чего оно нужно? Чтобы потребителям, ну, хочется захватить такие масштабы, как весь мир. Но, как минимум, страны СНГ знали о наших предприятиях. Сегодня, видя нашу продукцию, конечно, многие иностранцы задаются вопросом, а как, собственно, ее производят. И поэтому была такая задумка, принимая во внимание такую численность промышленных предприятий, конечно, и организовать промышленный туризм. Сегодня многие задают вопрос, каково же вы все-таки изначально и как выглядит тот же бриллиант, как и какие этапы он проходит, прежде чем он ляжет в прекрасное украшение, ювелирное украшение. Поэтому и свои двери открыло производственное объединение, где можно ознакомиться с продукцией и непосредственно с производством этих ювелирных изделий. Точно так же и Гомельский жировой комбинат готов показать, как это изготавливается, раскрыть, может быть, определенные секреты, а может быть и нет, но
сам факт, что посещение этих предприятий дает определенную славу и молву, наверное, о продукции, которая выпускается в Беларуси, и о том, что это достойная продукция, которая конкурирует сегодня не только на рынках Беларуси, но и за ее пределами. Если бриллианты – это лучшие друзья девушек, то это лучшие друзья всех. Да, это действительно продукция Гомельского мясокомбината. Предприятию 122 года. Это аплодисменты, 122 года. И за эти годы оно совершенствуется в своем развитии. Вкусовые качества этих продуктов знакомы не только у нас в республике. С удовольствием ее покупают в России, на Украине, в Молдове, в других странах. Ну и о востребованности этой продукции. В текущем году существенно увеличит объемы производства Гомельский мясокомбинат. Более того, существенно увеличится и экспорт продукции. Это говорит о востребованности ее за рубежом. Представлены все три предприятия на всех конкурсах, а это лучшие товары Республики Беларусь, лучшие товары на рынке Российской Федерации. Они завоевали определенные почетные места. У нас есть еще такое предприятие, как «Радомир», которому исполнилось 120 лет. Друзья, ну что же это такое? Просто территория юбиляров и корифеев. А заметьте, каких брендовых, да? 120 лет, 140 лет. Ну, самые это, молодые, 45. Ну, тоже не уступают. Итак, далее мы продолжим знакомство с лучшими людьми Новобелевского района, а также узнаем о предприятиях и услугах, которые предлагаются сегодня совсем скоро. Мы с ними познакомимся, не переключайтесь. Итак, друзья, сегодня у нас в гостях Новобелевский район. Наличие большого количества лесопарковой зоны в районе предопределило развитие здесь медицинских учреждений республиканского и местного значения. Неудивительно, что поправить свое здоровье к нам приезжают жители из различных уголков земного шара. Ну а услуги медучреждений просто выше всяких похвал. Елена Николаевна, кого сегодня у вас в районе можно назвать медицинскими флагманами? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что у нас в районе 9 медицинских учреждений. Это, наверное, одно из самых больших количеств. И все учреждения отличительны друг от друга. И о них рассказывать, конечно, можно очень много. Но такие учреждения, как РМПЦ и госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, они находятся у нас в районе. Это те учреждения, которые работают вот с категорией именно уже возрастной, да, госпиталь. А РМПЦ – это флагман, двигатель белорусской науки, медицины. Я думаю, что сейчас самое время к нашему разговору пригласить представителей этих учреждений. Друзья, ваши аплодисменты. Я хочу пригласить заместителя директора по поликлинической работе РМПЦ Анжелику Валерьевну Жарикову. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. И заведующего отделением терапии учреждения Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны Михаил Владимирович Гошкис. Здравствуйте. Добрый вечер. Что сегодня представляет собой Республиканский научно-практический центр радиационной медицины? Вообще это уникальное учреждение здравоохранения. Нам на сегодняшний день всего лишь 15 лет. Этот юбилей мы праздновали буквально недавно, 31 декабря. Ну, примите эти аплодисменты вам. Спасибо. Уникальность учреждения заключается в том, что это единственное РМПЦ, которое вообще находится за пределами нашей столицы. И почему оно создавалось именно в городе Гомеле? Потому что после катастрофы на Чернобыльской АЭС максимально хотелось приблизить оказание медицинской помощи для населения, пострадавшего от катастрофы. В связи с чем еще в 90-х годах было принято решение о строительстве этого учреждения именно в Гомельской области. Но после распада СССР прошел долгий период, и только, в общем-то, решение главы нашего государства было принято решение, и это уже учреждение достраивалось силами исключительно Республики Беларусь. И 31 декабря 2002 года мы были открыты. Эта уникальность заключается в том, что это симбиоз науки и практики, что позволило нам одним из первых РМПЦ внедрить научно-практические блоки. Сегодня на базе РМПЦ ведется активное внедрение научных разработок. Да. Вот что
можно актуальное на сегодняшний день, на сегодняшний момент выделить? За последние годы мы получили 72 патента, подано 74 заявки на изобретение. За весь период существования РМПЦ нами были разработаны и внедрены 32 инструкции по применению, то есть внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики, которые направлены на укрепление и улучшение состояния здоровья населения. В частности, в рамках инновационного фонда Гомельского облсполкома на нашей базе сейчас осуществляется несколько научных проектов, которые достаточно уникальны. В частности, в 2012 году, немножко вернусь к истории, на территории Гомельской области была выполнена первая в сентябре 2012 года первая трансплантация почки. И вот в настоящее время в рамках инновационного фонда Гомельского облсполкома у нас осуществляется научный проект по разработке новых неинвазивных методов диагностики при отторжении трансплантата, что очень важно для пациентов, которые перенесли трансплантацию почки. Потому что перенесенная трансплантация почки – это, в первую очередь, это улучшение качества жизни, это возвращение пациентов к обычной нормальной жизни, это возвращение в профессию. Одним еще из новых уникальных направлений будет, которое мы собираемся внедрить, это разработка методов диагностики заболеваний паращитовидных желез с использованием новейшего инновационного оборудования, которое можно по пальцам пересчитать в Республике Беларусь, в частности, с использованием конфокальной лазерной микроскопии. То есть это те методики, которые позволяют прижизненно во время проведения диагностики у пациентов рассматривать самые, скажем так, микроскопические структурные изменения и на ранних стадиях диагностировать заболевания. И послушайте, 15 лет потребовалось для того, чтобы завоевать популярность, стать известными далеко за пределами нашей республики. Скажите, жители каких континентов сегодня? На сегодняшний день за медицинской помощью к нам приезжают жители из 31 страны мира. Вот мы недавно как раз в конце года подсчитывали эти... При этом это жители Российской Федерации, Украины, Израиля. Но это также и такие нетрадиционные, например, страны, как Норвегия. То есть никогда бы не подумал, что жители Норвегии могут приехать к нам на получение высокотехнологичной специализированной медицинской помощи. Но на самом деле это так. Мы узнаваемые, нами интересуются и, в общем-то, на нас приезжают для получения медицинских услуг. И, в общем-то, хочется сделать такую ремарку, что в 2010 году мы первое из учреждений здравоохранения, которое получили премию правительства Республики Беларусь в области качества. И в 2015 году мы подтвердили это звание, опять же, получившие эту премию правительства Республики Беларусь. А в 2013 году мы стали лауреатом премии Содружества независимых государств в области качества оказания медицинских услуг. Браво! Ну, Михаил Владимирович, а ведь ваше учреждение тоже можно смело назвать с историей. И на протяжении всего этого времени вы тоже занимаете в сфере здравоохранения лидирующие позиции. Абсолютно верно. Вначале я тоже хотел сказать, что наше учреждение уникальное, но Анжелика Владимировна уже это слово похитила, поэтому я скажу, что у нас очень оригинальное медицинское учреждение, которое не имеет аналогов ни у нас в стране, и, возможно, что и на постсоветском пространстве. История очень глубокая. Вообще наше учреждение своими корнями уходит в 1941 год. Начиналось учреждение как эвакогоспиталь в городе Бийск, это Алтайский край. С первых месяцев войны учреждение функционировало как эвакогоспиталь. И таким образом до 1944 года оно там и функционировало как госпиталь, который помогает раненым бойцам. В 1944 году для того, чтобы приблизиться к линии фронта, госпиталь был передислоцирован в город Гомель, как мы здесь оказались. И работал таким образом до 1946 года. В 1946 году, когда уже потребность в помощи раненым, оперировать уже не было, то госпиталь был переименован в Гомельский госпиталь. То есть в Бийск решили уже не возвращаться? В Бийск решили не возвращаться уже. Приехали в Новобелицу, посмотрели, как там классно, и решили, что в Бийск можно не возвращаться. Вот история идет с 1946 года. За это время много чего было. Понимаем, что естественный ход времени требует того, чтобы наше учреждение менялось, формат менялся, происходила оптимизация коечного фонда. И последние 10-15 лет у нас идет активная перепрофилизация коечного фонда. Первое направление, которое, конечно же, исходит из названия нашего учреждения, это оказание специализированной стационарной помощи, прежде всего, инвалидам, участникам войны, бывшим узникам фашистских лагерей,
членам семей погибших воинов и труженикам тыла, и также лицам, которые к ним приравнены по льготам. То есть в этом тоже вот такая не имеющая аналогов система, что мы круглосуточно, 7 дней в неделю и в плановом экстренном порядке оказываем медицинскую помощь этой категории. Второй момент, это мы оказываем, наше учреждение оказывает экстренную неврологическую помощь жителям города Гомеля и Гомельского района уже на протяжении, ну, примерно 10-12 лет. То есть мы работаем в экстренном порядке. То есть у нас не только плановое учреждение, то есть экстренное сосудистое хирургия. То есть все, что связано с острыми нарушениями мозгового кровообращения, 4 дня в неделю это забирает наше учреждение. Вот скажите, а отделение хирургии прединсультных состояний и неотложная нейрохирургическая помощь? Замечательно, что вы спросили об этом. Это отделение у нас, в принципе, самое молодое практически отделение. Оно существует уже 3 года. Естественно, веяние времени требует для того, чтобы мы не только лечили, да, нарушения мозгового кровообращения, но и профилактировали их. И поэтому это отделение связано, его образование связано с целью предотвращения инфарктов, ну, либо по-другому, как сейчас в основном говорится, с целью нарушения, предотвращения нарушений мозгового кровообращения. Помощь пациентам нейрохирургического профиля, которые нуждаются в неотложной помощи. Вы знаете, прямо даже шею захотелось размять. Ну, это в плановом порядке, У нас есть квалифицированные неврологи, вы можете обратиться. Я думаю, что проблем не возникнет. Я думаю, что стоит немного рассказать и о тех людях, которые 7 дней в неделю стоят на страже нашего здоровья и в любую секунду готовы спасать жизни других людей. Кто эти специалисты, профессионалы, не побоюсь этого слова, ангелы? Ангелов у нас на самом деле много, поэтому сложно кого-то персонифицировать, кого-то назвать, кого-то не назвать. У нас в учреждении вообще такой сплав, да, как принято говорить, сплав опыта и молодости. Но сплав такой своеобразный, потому что у нас абсолютно все врачи учреждения имеют категории. Не каждое учреждение может этим похвастаться. И те врачи, естественно, которые давно работают, и те врачи, которые пришли недавно, у нас абсолютно весь состав врачебный категорирован. Это такой, ну, большой плюс нашего учреждения. В нашем учреждении работают отличники здравоохранения, почетные жители Новобелицы, которые проработали уже 30 и 40 лет, да, такая вот у нас связь поколений. Мы не делим внутри учреждения там люди, которые оказывают там экстренную помощь, или плановую помощь, хирургическую помощь или там терапевтическую помощь. Мы друг другу плечом стараемся помогать в решении любых вопросов, и только вот такой вот симбиоз, такой коллектив, который, ну, которому по плечу любые задачи. Есть еще, вот мы уже сегодня поговорили о промышленном туризме, но медицинский туризм, он также получает хорошее распространение, популярность. Насколько среди медучреждений Новобелицкого района, Новобелицы, развит медицинский туризм и насколько он пользуется популярностью? Ну, как отдельное направление туризма мы его не выделяли, вот, но в свою очередь, как уже наши врачи сказали, о том, что их услугами пользуются люди из других государств. Поэтому сегодня на основании законодательства принимаются все желающие и оказываются им непосредственно услуги, которые имеются в прескуранте, и, конечно, за эту услугу берется определенная копейка. И люди едут, зная, потому что именно в Белоруссии самые качественные, наверное, врачебные, медицинские, если можно их назвать, услуги, которые способствуют укреплению организма и избежанию различных степеней заболеваний. Вот мы уже сегодня поговорили, например, что выпускается косметическая линия специально для детей. Оказываются ли услуги маленьким жителям? В нашем учреждении организован консультативный прием на базе консультативной поликлиники для детей. Так и наши дети проходят стационарное лечение на базе ряда отделений. В частности, у нас есть уникальное в республике отделение. Это отделение иммунопатологии и аллергологии, где проходят лечение не только взрослые, но как раз и дети с различной патологией, как аллергопатологии, так и наличием первичных и вторичных иммунодефицитов. Также на нашей базе находится эндокринологическое отделение, помощь также детскому населению. Уникальность учреждения заключается еще в том, что на нашей базе имеется такое достаточно сложное отделение, это детское гематологическое отделение, где получают помощь дети, которые имеют онкологические заболевания крови. При этом, скажем так, показатели выживаемости таких детей, в частности при остром лимфобластном лейкозе, он на уровне европейских стран и составляет не менее 85%. То есть это достаточно хорошо.
хороший показатель. То есть практически все дети у нас выздоравливают. На нашей базе в рамках совместных приказов с управлением здравоохранения функционирует консультативно-диагностический центр для детского населения. И мы взяли в настоящее время на себя, в общем-то, такую ответственность за проведение высокотехнологичных и сложных методов диагностики для детей. В частности, это проведение магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии. При этом дети к нам едут не только из Белоруссии, но и из зарубежных стран. И если вот говоря о медицинском туризме, то за 2017 год помощь в нашем учреждении получила порядка 2500-3000 иностранных граждан. В том числе это были и также и дети. Мне остается поблагодарить вас за ваш труд. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Я думаю, что мы неоднократно увидимся с вами добрыми вечерами, с хорошими новостями о том, как у нас в стране и в нашем городе все хорошо, и что мы самые сильные, красивые и здоровые. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Далее, друзья, поговорим о развитии в районе образовательной системы, о том, как, где и кто воспитывает будущих звезд спорта. И не только, не переключайтесь, сегодня у нас в гостях Новобелецкий район. Мы продолжаем сегодня в гостях у «Доброго вечера», Новобелецкий район города Гомеля. Об образовательном пространстве не только расскажет наш следующий гость. Давайте встретим его бурными аплодисментами. Начальник отдела образования администрации Новобелецкого района Елена Викторовна Ковалева. Здравствуйте. Проходите. Как поживает Новобелецкий район? Что хорошего, что интересного в сфере образования? Ну, в целом, конечно, я хочу представить образовательное пространство Новобелецкого района. Если говорить конкретно о нем, то я могу сказать, что он пестрит многообразием видов учреждений образования. Потому что у нас функционирует 15 учреждений дошкольного образования. Есть начальная школа, есть 6 средних школ. Гомельская и Ренинская гимназия находится в нашем районе. Такое государственное учреждение образования, как детский сад, начальная школа номер 63. Это учебно-педагогический комплекс. И также учебно-педагогический комплекс, это ясли-сад, средняя школа номер 73 города Гомеля. Также в Новобелецком районе функционируют два учреждения дополнительного образования. Это Центр творчества детей и молодежи Новобелецкого района города Гомеля, а также физкультурный спортивный центр «Золотая рысь». Это заслуживает аплодисментов. Ну, спрошу немножко по-другому. Какие возможности сегодня дети и подростки Новобелецкого района имеют у себя, скажем так, на местах? Учреждение образования в нашего непосредственно района – это учреждение успеха. Каждый человек, он может быть успешен, если ему предоставить соответствующие возможности. Так говорят психологи. И в нашем районе мы их как раз-таки и предоставляем. Отличительной особенностью нашего района являются яркие и широкомасштабные мероприятия, которые стали уже традиционными, которых ждут непосредственно все, наверное, жители нашего района. И не только, скажу, вашего района. Лично знаю, что многие приезжают посмотреть, что же Новобелецкий район устроит на тот или иной праздник. Если говорить про самых маленьких, то для них у нас есть фестиваль детского творчества «Новобелецкий первоцветик». Очень тесно мы сотрудничаем с епархией города Гомеля. И здесь у нас тоже есть определенный цикл мероприятий, рождественские встречи, в рамках которых проходит ряд мероприятий для одиноких отцов, для многодетных семей, для семей, в которых воспитываются двойни-тройни. Елена Викторовна, а вы тем временем расскажите о той образовательной команде тех людей, которые гордо именуются педагогами. Я знаю, они сегодня у нас в гостях тоже присутствуют. Я хочу сказать, что люди, педагоги нашего района – это наша кладезь. Очень яркие, творческие личности, креативные. И, конечно же, со мной в студии присутствует педагог, организатор средней школы номер 1 «Друзь» Галина Романовна. Аплодисменты.
И Якимук Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования физкультурного центра «Золотая рысь». Галина Романовна, а ведь именно вы тоже были в составе той команды, которая ездила в Сочи. Добрый вечер, да. Здравствуйте. Эти аплодисменты вам заранее. Как приняли в Сочи белорусскую делегацию и что вы, в свою очередь, представили, скажем так, миру? У нас было 300 человек. Такой огромной делегации больше не было ни у кого. Нас очень легко узнавали по вот таким вот костюмам. Всем они очень понравились. И мы, и конкретно я, у каждого была своя задача. Я в Сочи представляла Белорусскую республиканскую пионерскую организацию и воспитательную работу нашей Гомельщины. Вот, наши ребята, жители Новобелевского района и каждого нашего района, они шили мягкие игрушки, зубрят. Один из символов национальных нашей страны, как символ гордости, справедливости, необъятной силы и мощи. Вот, эти игрушечки мы вместе с гостями из всего мира, из всех стран, дошивали логотипами, нашими национальными ленточками. И каждый мягкий зубренок мог отправиться в любой уголок мира. И со многими из гостей, к которым он отправился, мы сейчас сотрудничаем. И вот недавно ученики моей школы получили в ответ целую коробку тигрят, сделанных руками ребят из Дальнего Востока. По-моему, прекрасная тенденция, прекрасный обмен. Ну, скажите, для того, чтобы завоевывать вот почет, уважение, как ведется работа на протяжении года? Что вы предлагаете вашим подопечным? Чем занимаетесь с ними? Работа, воспитание — это вообще процесс непрерывный, очень долгосрочный. Честно, в школе невозможно работать. В школе нужно жить, ей нужно жить. И тогда за тобой пойдут и дети, и как это достигается. Я этим живу, а расщу команду, которая этим живет вместе со мной. Немного о вашей команде расскажите. Это уже дети не только, наверное, из моей школы, это дети из нашего района целиком и полностью. Мы активно сотрудничаем с общественными объединениями, такими как Белорусская республиканская пионерская организация, Белорусский республиканский союз молодежи. Эти организации дают много очень возможностей для реализации детских проектов, для реализации молодежных проектов. И как результат, всегда очень приятно видеть, что не ты толкаешь детей на что-то, а когда дети уже готовы предложить что-то свое. Одним из таких очень маленьких, только начальных проектов было приятно узнать, что ребята из моей школы сами собираются и занимаются волонтерством в таком плане, что они устраивают такие полезные выходные, скажем, когда подкармливают в трудные времена бездомных животных. И вот мы собрались недавно всем районом и поддержали эту акцию под названием «Сделай доброе дело». Собрали очень много корма, и вот ребят до сих пор помогают братьям нашим меньшим. Спасибо вам за вашу работу. Друзья, еще одна информация. С 26 по 28 января 2018 года в городе Ашмяны проходил Кубок Республики Беларусь по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, в котором приняли участие двое воспитанников физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Новобелевского района города Гомеля «Золотая рысь». Меня зовут Наталья Сергеевна Якимук. Я работаю педагогом дополнительного образования в государственном учреждении образования физкультурно-спортивный центр детей и молодежи «Золотая рысь». И недавно, в январе, как вы правильно сказали, прошел Кубок Республики Беларусь по классическому пауэрлифтингу в троеборье и жиме-штанге лежа среди мужчин и женщин. Я подчеркну, что это была открытая возрастная категория. И двое наших воспитанников, Попелухина Полина и Дробышевский Женя. Ребят, держите, эти аплодисменты уже привезли вам. Домой серебро. Да, привезли серебро. Полина выступала в категории до 57 килограмм среди женщин в троеборье. Второе место. И Женя жим-штанги лежа в категории до 59 килограмм, также серебро. По результатам этого кубка республиканского ребята прошли отбор на Кубок Европы по классическому пауэрлифтингу в троеборье и жиме штанги лежа. Поддержим наших ребят, потому что это будет первый их международный старт в жизни, который будет проходить в марте месяце, в конце марта месяца, с 25 по 29 марта. Ну, подготовка-то уже началась. Я думаю, Конечно. Может быть, дать слово ребятам, пусть расскажут. Полина, как идет подготовка? Подготовка идет хорошо. Мы стараемся, работаем над всеми нюансами. Эти аплодисменты тебе.
Полин, вопрос, может быть, ну, я не могу его не задать. Девушка и пауэрлифтинг, ну, для меня немножко понятие несопоставимое. Неужели никогда не говорили? Полин, может быть, на сцену или на подиум? Не знаю, ну, как-то так вот потянуло, понравилось все, как мы занимаемся. Ну, во-первых, это поддержание фигуры. Стремимся к примеру тренера. Тренер у нас очень достопримечательный спортсмен. Вот. Достойный, я бы даже сказал. Да. Жень, расскажи, как идет подготовка к предстоящим соревнованиям? По твоим прогнозам, какие места будут у нас? Ну, какие можно места прогнозировать самому себе? Конечно, первые. После отдыха, который был после Кубка Республики, началась трудная работа по подготовке к Европе. Что сказать? Нужно учитывать все нюансы, которые были на Кубке, и исправлять их. Идти к победе. Я думаю, что все присоединятся ко мне в пожеланиях удачи вам на предстоящих соревнованиях. Ну и, конечно же, дарите нам позитив и заряжайте своим примером для подражания всех остальных, чтобы как можно людей больше было в спорте. Эти аплодисменты вам. Сегодня не случайно эти педагоги в этой студии. Ведь самое главное не только научить детей, да, и привести их к определенному результату, но и быть образцом для них. И сегодня Галина Романовна у нас является победителем городского конкурса «Педагог, лучший педагог-организатор города Гомеля». А Наталья Сергеевна имеет огромное количество спортивных наград. Но, наверное, самый главный приз – это Кубок мира среди студентов. Она завоевала золото. Это единственное золото Республики Беларусь. Браво! Мы поговорим с моими гостями, которые появятся в этой студии сразу после рекламы. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня у нас в гостях Новобелинский район, друзья. Далее поговорим о культуре и искусстве. Я с огромным удовольствием и под ваши бурные аплодисменты хочу представить моих следующих гостей. Директора детской школы искусств номер 6 Наталью Алексеевну Гордунову. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. И директора Дворца культуры Белиски Александра Сергеевича Бондаренко. Александр, приветствую. Рад видеть. Присаживайтесь. Мы уже успели познакомиться с некоторыми талантами Новобелинского района. И, признаюсь честно, сам стараюсь не пропускать ни одно мероприятие, которое устраивают ваши творческие силы. Но хотелось бы детально заглянуть, что же происходит в детской школе искусств номер 6. Чему сегодня учат? Учреждение образования детской школы номер 6. Это учреждение дополнительного образования, которая на лучших образцах мировой художественной культуры развивает природные способности ребенка, помогает им реализоваться в творчестве, адаптирует их в социуме, а также для многих ребят мы их ориентируем для получения в дальнейшем даже профессии. Мы стараемся научить ребенка быть всесторонне и гармонично развитым. Каждый ли ребенок талантлив? Да. Я на сегодняшний день из опыта своей практики могу сказать, что, наверное, неталантливых детей нет. Самое главное вовремя заметить, найти то, на что он богат, что, чем одарила его природа, и это помочь ему раскрыть с помощью наших опытных педагогов. И эта история, если я не ошибаюсь, происходит уже 57 лет да, существует. Совершенно верно, да. Школа образовалась в 1961 году. Так что история не очень давняя. Вот 2 года назад мы праздновали 55-летие. Вот. И, конечно, знаменательных очень у нас много событий в школе происходит. Очень много талантов. Но в 2013 году также произошло знаменательное событие для вашей школы. Вы обрели прекрасное жилое помещение, прекрасный дом. С хорошей материальной базой. Мы очень этому рады, потому что до этого существовали мы в достаточно сложных условиях. Ну, мы не будем об этом говорить. Наконец-то мы собрались вместе, обрели такое замечательное новое здание. И это помогает нам еще лучше и больше творить. Но продолжим все-таки о творческой составляющей. Какие отделения
учреждения сегодня существуют на базе школы, и в каких направлениях родители могут отдать своего ребенка развивать свои таланты? На сегодняшний день в нашей школе представлены все виды искусства. Есть инструментальное отделение, на котором происходит обучение игре на различных музыкальных инструментах, отделение хорового пения, отделение эстрадного вокала, театральное отделение, отделение хореографии и отделение изобразительного искусства. То есть все создано для того, чтобы ребенок гармонично и всесторонне развивался. Есть все для этого возможности у нас. Ну, вот за 57 лет истории, наверное, уже... Ну, я не буду просить от вас, чтобы перечислили самые какие-то главные награды. На сегодняшний день кто из ваших артистов является, ну, скажем, творческим костяком? В школе создана детская филармония, которая очень активна, концертирует, работает уже много лет. Очень много в школе создано детских и взрослых коллективов. Но особую концертную нагрузку я могу сказать, что наше учреждение единственное, наверное, в городе, на базе которого работают две образцовых вокальных эстрадных студий «Золотинь» и «Нюанс». Вот они на себе несут основную концертную нагрузку, воспитанники этих студий. Кроме этого, могу сказать, что дети-солисты эстрадного отделения – вы сегодня их слышали и будете слышать. Айхафес Мария, Сима Ксения, Василец Антон представляет нашу школу и город, и республику на многих международных конкурсах. Также учащиеся инструментального отделения. Вот детская филармония, вы сказали, это что за проект, что он из себя представляет? Она формируется из тех коллективов, которые созданы в школе, как взрослых, так и детских. То есть и педагоги наши активно концертную деятельность ведут, и также наши дети. Сегодня вы также подготовили нам музыкальный сюрприз. Это ваша воспитанница, и если у меня точная информация, она одна из немногих, кто работает в академической манере. Совершенно верно. Дело в том, что направление академической пение на сегодняшний день, наверное, переживает не самые лучшие времена, потому что как-то больше популяризирует именно эстрадный вокал, и ну, запросы на него, скажем так, возросли. В основном дети идут учиться эстрадному вокалу. А вот это направление немножечко в таком состоянии. Но в нашей школе мы активно культивируем и не собираемся от него отказываться, потому что есть дети, которые от природы одарены замечательным вот именно академическим голосом, который не стоит как-то изменять в другой манере, учить их петь. Поэтому у нас есть такие дети, и у нас есть определенные достижения. Наталья Алексеевна, давайте же представим артистку вашей школы, которая пришла сегодня также к нам на эфир. Итак, для вас сегодня будет петь учащаяся нашего хорового отделения Симак Ксения, которая исполнит для вас песню. Давайте Ксению поприветствуем аплодисментами. Ксюша, здравствуй. Рады тебя видеть. Перед тем, как ты исполнил свою песню, позволь задать несколько вопросов. Сколько лет уже занимаешься вокалом? Я занимаюсь в детской школе искусств вокалом уже с 4 лет. Ух ты! Эти аплодисменты вам. Академический вокал. Расскажите, в чем его особенность и почему выбрали именно это направление? Мне очень нравится академический вокал. Он очень мелодичный. Мне он подходит по тембру голоса. Мне он очень нравится. Также меня направила к этому вокалу мой педагог Колобая Марина Рабоевна. Ну что ж, эти аплодисменты как аванс перед вашим выступлением. Еще раз давайте поаплодируем. Мы с нетерпением ждем. Сверкая изумрудом, стрекоз кружится рой, но тихо спящим прудом над травкой луговой. Над уснувшим прудом
Браво, Ксения, спасибо вам за ваше выступление. Желаем вам творческих удач. Продолжаем наш культурный разговор. Александр Сергеевич, дворец культуры Белицке. Тоже учреждение культуры, окутанное тайнами, легендами и богатой историей. Начну с традиционного вопроса. Что же сегодня происходит на сцене и в репетиционных залах ДК Белицкого? Наше, ну, не побоюсь этого слова, историческое учреждение культуры полноценно живет, развивается, молодеет не только в участниках наших формирований, но и молодеет в том числе и в количестве коллективов, потому что появляются коллективы с новыми формами работы, с необычными формами работы. Они завоевывают признание, завоевывают свое зрителей, в том числе и получают заслуженные награды, в том числе и почетное звание «Народный любительский коллектив Республики Беларусь». Все классы, более 30 коллективов, которые работают в стенах этого учреждения, объединяют большое количество человек самого различного возраста. К слову сказать, самому маленькому участнику наших клубных формирований на сегодняшний день 2 года, а самому старшему участнику наших клубных формирований 95 лет. Друзья, это достойно бурных аплодисментов. Позвольте поинтересоваться, а артист возраста 2 лет, какие ему роли и функции отводятся на сцене? Скажем, не на сцене, это мы начинаем подготовку, потому что дело в том, что в музыкальной школе, вот у Натальи Алексеевны, определенные методики по работе, это учреждение образования, есть методические рекомендации, где по каждому инструменту, по каждому классу, по каждому занятию есть критерии к набору, к детям, с какого возраста, по какой сути набора, какие курсы, какой набор предметов вообще для человека, да. А у нас это немножко все проще, поэтому мы можем позволить себе разработать свою методику работы с этими детьми. Ведь каждому ребенку, когда он уже начинает воспринимать обращенную речь, он начинает строить диалог, нужно внимание для того, чтобы развивать его всесторонне. И здесь мы употребляем не только музыку, здесь его входит и театральное искусство, и пение, и чтение художественное. Это все позволяет ребенку более социализироваться в обществе для того, чтобы находить друзей. Ну, а опыт работы на сцене – это, наверное, лучший вариант для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Все-таки 11 коллективов, 13 студий и секций. Ну, вот если взять гордость ДК. Гордость ДК – это мой коллектив, который работает. Это 36 человек, подумать, всего лишь 36 человек, без которых не обходится, и все об этом знают, не обходится ни одно культурное мероприятие в Гомельской области. Если посмотреть на календарь, то у ДК Белицкого даже за последние несколько лет очень много юбилейных дат и поводов вместе собраться, отпраздновать на сцене. Рассказывайте. Ну, началось все с юбилейных дат, началось все с юбилея Дворца культуры. На самом деле это была долгая кропотливая работа, поиска в областном архиве документов, сведений. И мы докопались до того, что в 1885 году, это еще в позапрошлом веке, была открыта комната культурного досуга на фанерно-спичечной артели, вернее, даже на спичечной артели в Новобелице. То есть тогда это была частная артель. То есть это и стало своеобразным началом рождения учреждения культуры. В этом году нашему учреждению 133 года со дня своего основания, и мы по праву можем носить звание старейшего учреждения культуры в Гомельской области. Ну, а юбилей начинается, как любой дворец, это его коллективы, духовой оркестр. Ну, тут много разных ходит. Ведь дело в том, что не уцелели документы, не все, да. То есть мы брали... У нас есть самая старая фотография духового оркестра. Она датируется 1924 годом. То есть тогда коллектив уже существовал. Но дело в том, что я лично в архиве видел уже документы о работе духового оркестра 1918 года. То, что он уже был в Белице. Поэтому, если отталкиваться от этого документа, то коллектив 100 лет в этом году. Ну, дата не маленькая, серьезная. Да.
Народный хор «Голоса Полесья», хоровая визитная карточка. Лучший любительский хор Гомельской области. Коллектив, который в 2017 году принимал участие один из любительских коллективов из Гомельской области в хоровом вече в городе Минске по приглашению Министерства культуры. В этом году отмечает свой 70-летний юбилей. Образцовый экспериментальный театр «Синтез» – это, наверное, визитная карточка не только Дворца культуры Белицкий, вообще Новобелицы, города Гомеля и Республики Беларусь. В прошлом году отмечал свой 30-летний юбилей. Ну, так можно брать каждый коллектив. «Диксилент» Белицкий – единственный уникальнейший коллектив Республики Беларусь, классический «Диксилент» с уникальным набором инструментов, профессиональное банджо. Да, это только один инструмент. Его упоминание заставляет слушателя насторожиться и все-таки сходить на их концерт. Не так давно отмечал свой 10-летний юбилей. То есть каждый коллектив имеет свою историю, каждый коллектив имеет свой фундамент, и каждый коллектив на сегодняшний день является молодым, потому что все руководители ищут что-то новое, ищут новый репертуар, и выступают на новых концертах. Мы изобретаем, наверное, заново велосипед, новые формы работы, для того, чтобы люди больше и больше узнавали про нас, про наше творчество и про наш коллектив. Чем в этом году собираетесь удивлять не только жителей Новобелецкого района, но и всех горожан? Проектов на самом деле очень много. Начнем с того, что не так давно закончились новогодние праздники, и уже... Практически легендарный проект, чего уже греха таить, деревня Бабки Ёшкина в этом году покорила сердца 1500 детей с Гомельской области, из других областей, из приграничья. И, естественно, этот проект в 2018 году, в декабре 2018 года, в новом формате, но на том же месте, обязательно будет проводиться. В ближайшее время мы начинаем цикл проектов, который будет называться «Ладные вечера». Каждый месяц мы будем организовывать субботний вечер, многопрограммный, включая фотозоны, концертное выступление, кухню, то есть блюда, много разных таких интересных вещей. И в этом году мы получили еще грант президента Республики Беларусь в сфере культуры и искусства на реализацию новаторского проекта в сфере туризма «Белорусский год Святого Карагод», старт которого намечен, премьера которого намечена на сентябрь месяце этого года. Ну, будем ждать реализацию всех этих проектов. Приглашайте, будем рады побывать у вас в гостях. Эти аплодисменты... Действием культуры Новобелецкого района. Елена Николаевна, а ведь Новобелецкий район один из, и, пожалуй, единственный, кто имеет свой гимн. Да, Новобелец, он молодой район, да, но имеет свою большую историю. И живет в нем творческий народ. И вот рождение гимна, оно пришло не так давно, вот как то, о чем я рассказывала ранее. Ну, да? Вот сколько гимну лет? Ну, лет 10. И самое главное, что его сочинил наш житель Новобелецкого района, творческая личность, которая принимает активное участие во всех мероприятиях района. И когда он пришел со своим произведением в администрацию, мы послушали и, честно говоря, были поражены тому, что так четко он сумел уловить вот именно особенности Новобелицы. Это Иван Мурашко, который является автором этого гимна. И всегда, когда мы проводим какие-то мероприятия, я считаю, что лучше автора его никто не может исполнить своего же произведения. Поэтому, конечно, и сегодня мы услышим гимн в его исполнении. Безусловно, услышим, но под финал сегодняшнего «Доброго вечера», вы знаете, не могу обойти стороной этот вопрос. Год 80-летия, наверное, и у Новобелец есть какие-то планы, задумки. Какие планы, готовые к реализации, у вас уже есть? И чем можно поделиться уже сегодня? Ну, я хочу сказать, что задумок очень много. И принимая во внимание, каждая задумка всегда обрабатывается. И когда мы говорим, например, что мы будем внедрять тот или иной проект, то в конечном результате получается, это не просто какой-то проект,
проект. Это получается такое хорошее мероприятие, которое вовлекает не только детскую аудиторию, но и людей разных возрастов района. Поэтому, конечно, в Новобелице всегда будет праздник, скажем так. Это всегда будет хорошее настроение. Принимая во внимание, что сегодня Новобелица – это один из самых строящихся районов, поэтому в первую очередь мы хотим в этом году и, собственно, в дальнейшем создать такой проект, который охватит новых жителей Новобелицкого района, которые прибывают к нам не только с города Гомеля, но и с Гомельской области, чтобы они как можно быстрее окунулись в наши традиции и стали непосредственно носителями этих традиций. Поэтому то, что праздник будет, это мы вам гарантируем. И то, что Новобелица – это благоустроенный район, это район, который сочетает в себе большие новостройки и частные строения, при этом оставаясь современным, уютным, домашним районом, вот эти проекты на его благоустройство, конечно, будут также внедряться. И в общем можно сказать, что Новобелицкий район – это жемчужина с большой историей, и не влюбиться в этот район просто невозможно. Друзья, это достойно аплодисментов. Мне же остается поблагодарить вас за участие, сказать вам огромное спасибо и напомнить, что завтра будет новый вечер, он обязательно будет добрым. Ну а завершить сегодняшний вечер мы, конечно, завершим его на музыкальной волне. И, как уже было сказано ранее, под ваши бурные аплодисменты впервые в студии «Доброго вечера» гимн Новобелицкого района в исполнении его автора Ивана Мурашко. Встречайте! Солнце над городом нашим зашло. Свет любви, тепла и радости нам не скупясь даря. Как приятно выйти на рассвете, звуки утренние ловя. Просыпается Новобелица моя. Нету здесь проспектов, важных вокзалов и площадей. Но зато здесь живет замечательных много людей. Мы по скверику возле мира прогуляемся не спеша. Да чего же ты, Новобелица, хороша? Мы с тобою радостью поделимся, благодатный любимый край. Процветай ты, наша Новобелица, с нами эту песню запевай. Мы с тобою радостью поделимся, благодатный любимый край. Процветай ты, наша Новобелица, с нами эту песню запевай. Над рекой волшебный закат и тишина. А весной в ночной тиши трели соловья. Они будят воображение, горячат и волнуют кровь. Только здесь, в Новобелице, мы нашли свою любовь. С тобою радостью поделимся, благодатный любимый край. Процветай ты, наша Новобелица, с нами эту песню запевай. Мы с тобою радостью поделимся, благодатный любимый край. Процветай ты, наша Новобелица, с нами эту песню запевай. Мы с тобою радостью поделимся, благодатный любимый край.
Процветайте, наша новобелица, с нами эту песню запевай. А мы с тобою радостью поделимся, благодатный любимый край. Процветайте, наша новобелица, с нами песню запевай.